Всем салют! Ну что, друзья, сегодня очень странный ужин. Давайте откроем эту какубяку. Я ее ни разу не пробовала. Она пахнет офигенно. Это на растительном белке йогурт. То, что нужно. Не сильно сладко. Такой кисленький немножко вкус. Я сегодня красная, короче, настоялась на улице, сегодня холодно. Давайте заправим. Много не будем, 2 ложечки положим и замешаем. Там у меня сегодня в этом салате мандарин, банан, яблоко садовое домашнее, виноград и киви. И все просто заправляю вот таким вот йогуртом. Не сильно сладким. Кайф. Сейчас попробуем. Я 1000 лет вообще не делала фруктовые салаты. Вы как любите вообще фруктовые салатики делать? Я вот первый раз уже за последнее время вот прям 1000 лет не делала ничего. Что-то как-то темно сегодня, мне кажется. Ну ничего. Меня же видно, слышно? Так, ладно, пробуем. Супер сочно. За счет винограда такой сладенький привкус. Кислинку дает киви, потому что он аж прям очень кисленький. Вот. Это кайф. Овсяный с манго, маракуйя, обогащенный пребиотиками, витаминами, минеральными веществами, овсяный йогурт. Вода, мука, овсяная, наполнитель манго, маракуйя, восстановленный сок. Из маракуйи вода, загуститель, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности, лимонная кислота. Белок гороховый, масло рапсовое, крахмал, кальций. Заквасочные культуры. Бомба. Очень вкусно. За счет манго такой экзотический привкус, а за счет вот этих фруктов такой прям какой-то вкус детства, не знаю почему. Как прошел ваш день? Расскажите. У меня, кстати, на завтра еще останется. Фрукты еще есть. Вчера легла поздно. Где-то в 3 часа ночи. На работу вставать пришлось рано. Где-то 7, наверное, 7:20 я уже встала. Мне кажется, на пенсии только высплюсь. Потому что в будни у меня не получается как-то. Скажите, а вы какую любите музыку слушать? Русскую, не русскую? Чему предпочтение отдаете свое? Я люблю русскую музыку. Я люблю русский рок, лирику, немножко рэпчика. Вообще, наверное, если честно сказать, я меломан. Потому что мне нужно, чтобы музыка меня и словами зацепила, и музыкой самой, то есть, чтобы это было гармонично.
Поэтому я с первых, наверное, минут песни, слов, ну, либо ее оставляю у себя в плейлисте, либо я ее просто удаляю. Поэтому как-то так. Офигенно вкусно. Половинка маленького бананчика, прям маленького. Может быть, штучек 10 виноградинок, пол мандаринки, яблоко, даже не половина, чуть меньше половины. Яблоко такое вот садовое. И все. И это кайф. А, и один киви. Тоже небольшой. Сегодня был интересный случай, зашла покупатель, постоянный покупатель. А у нас в магазине, так сказать, в связи с перестановкой, то есть прям полностью поменяли зал. То есть одну сторону переставили в другую и наоборот, соответственно. Ну и заходит покупательница, она такая очень бойкая женщина, она всегда такая громкая, ее всегда слышно. Она заходит и такая: «О, здравствуйте!» Посмотрела такая, обернулась сюда-сюда. Что-то, говорит, все местами поменяли. Это что, говорит, что Пальцгеймера не было у людей? Это так было смешно, и я так подумала. Наверное, моя компания беспокоится и о нас, чтобы у нас Пальцгеймера раньше времени не было. Потому что, ну, чтобы ориентировались быстро, переключали внимание. Чтоб, как говорился, мозг работал. Вообще прикольно. Она всегда приходит с собачками, с двумя, а сегодня была без них. Дома, говорит, оставила. Нечего, говорит, ходить гулять. Холодно, говорит, на улице. У нее йоркширский терьер, две собачки. Вкусный день. Всем спасибо за компанию. Всем отличного вечера. Кушайте, никого не слушайте. И да, кстати, про не слушайте. Те, кто пишет мне всякую гадость, уймитесь уже. Вам вот что, вам делать нечего. У вас времени свободного много. Если мне кто-то не нравится, я прохожу мимо. Зачем вы останавливаетесь? Нет, мне, конечно, да, приятно даже гадости читать, потому что по факту это комментарии, да, и если человеку делать нехрен, и он тратит свое время, еще говорят: кто тебя смотрит, кто тебя смотрит, кому ты говоришь? Ну так ты же пишешь. Ты же пишешь, ты же тратишь свое время. Значит, не просто так снимаю, правильно? Такая протерла стол. Ладно, короче, друзья, всем пока. Спасибо за ужин, за компанию. Всех люблю.